Я, блядь, на кухне стою, курю, только слышу глю-глю-глю-глю, блядь. Я понял, что уже спули, я заебись, прихожу, такие звуки. Так я еще не сразу понял, что ты не хилишь. Это... ДК, да, интеллект. Что это за хуйня? Древнее существо пробуждается вдалеке, что это такое? Каска. Ну, это вот как раз начинается, то, что там вообще, по идее, должен, типа, Медиев, блядь, вот, кстати, здесь они не сделали, на Каска, да, у меня была. То, что, типа, Медиев там приходит, что-то как раз этим драконом пиздит, там поджигает его душу, что-то туда-сюда, блядь, и потом вот как раз он спускается. Иди подходи к нему. Просто не бей его. Он не пулится. Ну, давайте. Первый кулак, как обычно. ПС не забудь. Я забуду. Эслин, тут? Напуляй. Все, подай. А, напуляй. Ох. Чё, похуй, а припоты, долбоёб ты, ёбаный. Какой припоты, босс лёгкий. Вы справитесь, я верю в вас. Вы сильные. Я слабый. Не спорю. Там есть погребальный костер, но эту хуйню ничего не жмешь, типа просто дамаг. Там именно сожжение. На сожжение надо тыкать будет. Через 7 секунд. Там здесь есть этот дым именно? Да. Вот. Сейчас готовься жевать. Вот жми. Мопчики. Все, на следующие эти зубы дают, и еще антимаджи будешь. Так, сожжение еще будет. Уришь, кладха. Всего же 3 сожжения, да? Да-да-да, на следующий жмешь 6 баунт и 3. Арислин дает Вуриону, Глю дает Факуапле. Сейчас сожжение будет. А, жми. Все, сейчас она взлетать будет, к нам бежишь. Дают репу по шоколаду. Так что да. Не надо ферить. Надеюсь, дадут. Только из лужи выбегит. Танчин. Все. Выбегайте. Бопы раздали, все выбежали. И чоколаду репу. Чоколаду не трогает никто. Тотем сломаем нахуй. Все. Сейчас АФК стоим. Потом сейчас мы его выведем из контроля, вот там где шоколад стоит. Вот из него мобы полезут. Ты этих мобов агришь на себя. Потом бежишь подальше от нас. Ну как бы. Короче, что. Видишь, там лужа огромная, чтобы эта лужа нас не задевала. И также погибель ставишь, как в первый раз. И все. И заново. Весь босс. Мы так, просто бопы ждем просто... это время, да? Да. Ну, не только бопы, зубы. Взять, и туда, где стояло, там же здесь стояло. Там сейчас вот эта лужа пропадет. Просто туда же, наверное, поставь. Ну, типа, если не ставится, то ставь, где стоит. Потому что она очень ёбнутая, она дракон, который бегает и не ставится нормально. Попытайся ее поставить, если не получается, просто к стене, блядь, подходишь так же и встаешь, как до этого. Анонс, если что. А что там анонс? Поставил, да еще. Я просто к чему это? Там платформа может закончить. Иди выбивай косты, ему то кикайте. Песера, иди выбивай. Убивайся. Хуявый его там. Ой, хочешь, встань, не давай. Выходи, слушай. Он встанет, он не может. А. Гений додумался, стан. Не давайте стану. Сейчас, готовься ловить. Сейчас вылезет. Погибель. Лови ее и вставь ее. Только нас не лосы. К стене ее прям. Блять, никто и к этому. Как внешне. Он разворачивает. Вот она дракон ёбнутый, да. Ладно, ты тоже пойдет. Нормально. А, все, короче, так стоит. Да. ПС. Тут то же самое. Сейчас я знаю.
А, да. Следующие зубы. Так, зубы дал. Арислин, шоколад в эфире. Так, Арислин даст по себе, Глю даст по Войд Форе. Где подыхают? Ну, я не хочу старфов ебал ловить. Кстати, правда. Все, ну, сейчас на следующее там также. Айсбаунд 3. Так, ну ладно, у ДК вроде тест на IQ пройден. Значит, опер убьем. Нет, опер это и есть тест на IQ. Ну тут, знаешь, типа, он хотя бы первый раз гонит. Ну что? Да. Легче, чем гнев. Да ты знаешь, что жать, это реально легче. Также шоколад в репу, там выйдите, не забыл. Все, боб и выходите. Опер раздали. Ресли все. Арислин, вся поп. Все, все, все. Репу дай ему. Репу шоколаду. Блять. Там моб бьет, бьет. Я че, репу сбил случайно или че? А похуй, там не было. Там шип. Похуй. Ай, шип. Ну такой хайповый шип. Не, заземление у меня хир ушел, заземление. У босса, посмотри. 12. 44. Бля, он, блядь, стоит, смотрит на тебя. Нахуй он это делает? Ну, как обычно, три будет. То есть вторая, потом третья, ему смотрят. Сейчас котик. Пожалуйста, не станьте его, просто косты не кликайте, если чё. Ля. Я Мурсова буду выбивать? Да, пусть, у Хисера нормально. Ну, чё ты, ебал, у него разлетелось. Там где-то клятву юзаешь там или Индра закинуть тебе сейчас? Я начинаю выбивать. Глю можно закидывать. Взяла не поймать. ДК ловим. Лови там. Все за ДК спрячьтесь. Да, еще не разворачивайте. Да, мы за тобой прячемся. Так, я напуливаюсь. Готовься ловить. А, может, со скелетом бежит ловить, если что, там добьют их. Че, лови. Ладно, поставить ее нормально, тут скелеты не проблема. Так у нас не лос, не там. Да бегите за ним просто. Ну все нормально. Драконы — это лучший босс, блядь. И отвратитель оставится. А Никсия, блядь, гнев. Нефариан. ПС. Нефариан, блядь. Симсонга, кстати, из принципа не кидают перманта. Ну, первое сражение уже было? Да, да. Арислин, блядь, иди нахуй экзорцист кидай, куда стоишь? Зубы. Да я вижу. Хисера, Урика. Хилов так понял, что не кидает. Я на очереди улечу в окно или нет? Проверим. Нет. Повезло. Можно в говно улететь, только если ты в МК вот в правую стенку улетишь. Когда это тебя раньше было. Эх, классно видеть белые атаки по 10 тысяч, блять. Синга, классно видеть ты... погибель с первого пула. Классно не видеть Синга на первом банте каждый пул. О, первого уже пул был. Боппер, расконтроль, пускай. Арислин Хакуапли и Глю Уриону.
Ну, раздали бопу. Пушки снимаю, блядь. И репухи серые, да? Сам. Репу. Да все, котик, блядь. Сели, да, котик. Котик вообще-то обидно, у меня кота вчера сбили. Глюморт вообще на мне ману порегенит. Нет, не может. Он из шипа тебя выйдет. Да не, мне нормально. А, ну если через шип, в принципе, логично, да, может. Да я не дамажу, я, у меня лапки. Да пиздец, ну, что... что у тебя хп будет проседать. Ну, у нас по 50% с ним. Да, мне у меня мана вполне хватает. Че, ну, малую или можешь... престу закинуть? Ты себе закинь, не знаю, рослину закинь. Че, парни, сейчас печеньки все ролят, да? Нет. Нет. В смысле? Нет. Шумок, я еще токен набрал. У нас давно статик собрался. Наглый какой. Ну, в смысле, куда вот, тебе еще? Вот статик умер, типа он аннулировал. Хватит машинить, я РЛ, все, анрол. РЛ, пошел нахуй. Бейте, выводите, выводите, выводите. Стан, только мне не давайте, пожалуйста. Ну как же он мои кнопки жмет? Нет! Танк лови. По танкам станьте. Не на макс раньше. Можешь прям тут же ловить, не отводить его просто. Обожду. Все на пулевой. А еще. Это погибель лови. Лови, лови, лови. Вот, вот тут я. Милики, милики, съебались. Отойдите, отойдите, пос подальше чуть-чуть. Ренжи, ренжи забейте мобу. Сейчас лужа разольется. ПС. Все, добивайте. Бардес пишет кухарюк. Понял. Че? Да. Тут вы не знаете, кто такой Артес, кроме этого чувака. Такими темпами, знаешь, я никогда ачивку не получаю с этого босса. Так что подходит. Танка, танка, поднимите. Ну я зубы готовился вставать. Бля, я уже пока сидел. Грустно. Ой, хочу вылететь за стену. Глю сухой. Бля. Пинером. А, да. Грустно глючу сказать. Ну дал я ему гейм. Как он прям. Блять, глюч, что за дизинфа нахуй? О, кастерский шмот! Сюда! Лут! Все кастеры этой планеты получают шмот сюда. Ой, на помойку ДЦ, блять, в смысле кастеры? В смысле? Интеллект написан, значит для кастеров, отъебись. Помоечный ДЦ. Это на трансмог рулю. Реально, кстати, на трансмог. Там плечи, еще голова с этого босса. И там трансмог реально нереальный. Не, ну я забираю на трансмог, неплохо. Это охуел, блять. Вообще пиздец. Сам сказал, на интеллект, значит кастером. Я, по сути, кастер. Где моя шмотка? Все, отдавай глю, блядь. Забанил. Сука. На ух хочу, блядь. На рдол пароль. Поздравляю, ты выиграл. Че, серьезно? Че там это? Блядь, я ролл проебал, нет! Неудачный. Ты не тот, блядь. Два раза проебал. Давай, кидай печеньку. Нет, еще один нужен. Еще один. Так а прожмись, там уже боёбый. Сейчас сотка будет следующая. Все, ролльте. 48, да пизду. 56, бля. Я буду фуригаться. Бля, ГГ мы проебали. Там чоколад 81. У него есть. Не так работает. У нас не так работает. Не понял, бля, в смысле есть? 81, блядь, я сейчас заскриню форум и бан. Кидай. А ты найдешь, как мы собирали рейд в ОФГ? Я что-нибудь нарисую. Блять, ясно, РЛ кидала. РЛ кидала, получается. Ты так печенек больше, чем у всего статика? У меня два. У меня один. Два. У меня ноль. У тебя ноль на ДЦ. Но я еще не апнул, надо подумать, какой кусок апать. Ну ты думай просто, что ну, что ты в Т-10 наденешь, все.
Так я и про это, я примерно прикинул, скорее всего, мне надо плечи апать. Типа грудак и штаны, это 10 будет, а башка и плечи, это Т4, а руки нонсетом, типа, взять за Д. Так, да, еще это. Тут токены, типа, каждый по одному лутают, ну, то есть, типа, салат. Ну, так это логично. Два заимствовали, вот это вообще неприлично. Да, логично, только у нас новый, типа, статик. И... Какой новый типа статик? У нас прошлые люди, которые были на прошлом КД, которые рулили эту хуйню, они сказали, что от шмота отказываются. Тот статик распался. Это... А где Фенрир токен? Кто распался? Блять, Хаку и это, Реслин, почему вы меня не поддерживаете? Почему я должен в одиночку? Почему я с одним топором бью босса? А? Он первую печеньку Хаку забрал, ему вообще Хаку. Ты-то вообще там не полутаешь нигде, твои эти, time to gang, блядь, и не снилось эти, кроу маги гер. Твои эти, time to gang, блядь. У меня уже башка болит от этого, я сейчас сижу. Там парни заявились. Какая жалость. Быстрее пробегите там. Блять. Где спелится вот этот? Куличу детство, береги фармится. Конечно, диспелится. Все диспелится, все декурсится, но не у нас. Да, блять. На молча декурсится, нормально. На молча, реально нормально. На опере тоже хорошо декурсится. На опере не курсится, помню. Босс охуенно декурсится от моего проклятия. Да оси охуенно. Летают, блядь. Не, блядь, пока я в полете, нахуй, нужно КС накинуть, блядь, на босса, и мобов надо застанить, блядь. Иногда. Что такое, прямо? Почетную грамоту шамана, это да, реально. Ой, я на этом, я на гневе, ой, блядь, на погибели перепил. Блин. Блядь, у меня интернет умирает, да? О, ожил. Блин, нормально. Я на погибели ДД фаску перепил, но смотрите, или тоже с ней было, похуй. Я сильный. Офигел. ББ. Не лезь, блядь, сорвешься нахуй, зацепил. Я нету напула. Милики, лицо не сломайте себе, блядь. Я жду напула. Все, напул есть. Ну, милики, блядь, у нас только Реслин сам себе лицо любит ломать. А у Риона тоже, блядь. У Риона не так, как Риона просто не дамажит. Понял. Не, ну смотри, он две шмотки полутал сегодня. Ну, это гига шмотки. Насалось пиздить пояс. Ты теперь это PCQ? Делай харакири. Нет, надо еще пушки тогда спиздить с этого. С малча выпадет. Нет, с малча хуйня. В смысле хуйня? Там 260. Там хас, РПБ, блядь. Это точно такая. Стафуриком все-таки надо крит сейчас. Нам бы, чтобы пушка с опера упала, чтобы у нас танк просто, ну, мог ее подевать на малче. У него гиг много мастерства. То, что долбиться через ОП-руник, у нас агра не хватит, нет. Так, мы все чистим, если что, всю комнату. Да, ДК, на завтра еще тут билд на оперу сделаю, скинь там какой-нибудь фрастак вот. В группу, короче. Просто скиньте, я сделаю что-то. 5 минут. Я там ДК скидывали, у него есть вроде билд, или у Тоама, может пиздить. Первый аркан. Первый аркан? Спасибо. Жду ребута, чтобы хотя был бы, хотя бы не поизон. Еще будет ребут и будет поизон. Ребута ждем, да? Нахуй аркан нам. Поизона ждем. Макрос там не забудь, хорошо, Ури. Проверить. Блять, макрос, спасибо, кстати. Всем там макрос-то.
Я выкинул с панели. Не, я технически подпишу сбоку. 24 на 7 невозможно считывать, потому что в какой-то момент у вас у всех будет КД. Плюс этот... Такой я просто запишу сейчас. Я сейчас этот бандикам врубаю. Слышь, есть ОБС. Ты же стримлер. В ОБС есть кнопка начать запись. Просто поставь качество нормально и все. Да не, ну просто считаешь челиков, а кто этот, кто сильно просел, исповедь туда закидываешь. Ну, ты стрим включи, он стрим посмотрит. Ты смотри. Нет, не будет смотреть, видишь, говорит. Ему впадло. Человек просел, скорее всего, он умер уже. Смотри, если он хочет забрать отсюда шмотку, значит он посмотрит. Ладно, хорошо. Стрим врубай, да? Да, да, все. ОБС, врубаю. Оп. Мы вакнем, сейчас сразу офаешь, что мы его делаем. А если щитки, если этот, если щитки КД, исповедь КД и молитва КД, ну, дай флешки, ну как бы грустные флешки такие. Еще, короче, это можно кидать не флешку, можно связующие кидать, она чуть больше хилит. Но она по ману умрет. Вы поняли? Они одинаковые по мане, не? Посмотрим. Это все хуйню, иди пуляй, если испулится босс, беги к нам, на не пульну. Так пусть просто лок петом спулит или. Да похуй как. Там уже можно кинуть. Связующие 1050 маны, да, быстрые 590. Да, долбимся в стенку. Имею связующие можно соло таргет прохиливать. Больше хилит. Что-то мне казалось, что одинаково, или тут поменяли что-то на сервисе. Великое исцеление. Да не, ну типа аркана тяжело прохиливать на ДЦ, там, ну, урона много по всем идет. Когда урона по всем много, тебе надо рассчитывать на то, что еще кто-то похилит, кроме тебя. Mm. К сожалению. У нас доля была. А судя по тому, что это был Пугарейд, там точно был тупой шаман. Я подхиливал себя, подхиливал других на сове, блядь. Здесь можно похилить. Я масло забыл, блядь, на двух прошлых боссах, ебаный стыд. Сопрот, только все выпейте, пожалуйста. Все, стрим врублен. Этот. Вайп оф. Так, Реслин, держи сопроте. Так, у меня еще 18 сопротов, если что, могу пораздавать кому надо. Понял. Обменяю сопрот на грипп. Похуй будет просто. Дайте этот, что-то там баф какого-то нет. Вот этого нет. Хороший баф. Все, поделать. Так, это DK, смотри. А. Когда этот, босса, короче, всегда в зеленую ставишь, кроме Пойзена. На Пойзена вокруг водишь. Так, а, да, и сова, вон, видишь красную метку? Вот там на арканом закрываешь. Угу. С той стороны. Все, сходи, симбосс. Остальные все скилловые, да? Понял. Остальные все уже знают просто. Остальные, если мы вайпим, все равно. Ну, похуй. Глю, надеюсь, ты будешь закрывать. Если глю не будет закрывать, будет грустно. 3Т4 ДЦ убийцы. Блять. Мистериус разная. Верно. КД поставить. Сейчас вопрос сзади закрываешь. Как бы, и все. Просто говори, вой. Я говорю как хочу, мне похуй. Да не, некоторые я фрик. Руны. Просто фрик. Я видел, как чукова скакал на этой, блядь, рукой. Труф помойку закинул. Я нас закрою, если будет. Я сразу выхожу туда. Круто. Еще сзади, милики. Блю, выйди. Выйди. Ладно, похуй. Убейте босса и все. Не надо вынуждать. Так. Чем еще руны будут? Да, будут. О, блядь, без сопрота грустно. А, не, нормально. Я закрою, знаешь. Да. Я тебя закрою. Блять, можно вдвоем не стоять в руне, сука? Спасибо. Лучше вдвоем, чем в ноль. Умрет один, а не в 10. Лучше, блять, раньше наберите.
Давайте готов. Первый свечи ставим. Просто у всех есть, надеюсь. Иди шоколадина. Вроде молниеносно. Да, Сова, у тебя есть смокрос? Сферу. Если нет, то сферу не бей. Ну и не добивай, по крайней мере. Блять, вы милики, сука. Да я сферу подошел. Убил. Сферу. Да я милики, что? Мне что, из этого повешаться? Да. Я не знаю, кто из вас, я вижу, что вы двое побывали. Я подошел, потому что я сферу бил. Сберись. Я на ксобе. Вновь, если что, каст я могу выснуть. Угу, 3 секунды еще. Проник молнии, блять! Он с левого, да, РНЖ сбивается? Да подойди, да. Лучше сбей, я хуй знает. Вы же РДД сбиваете, наверное, сбивайте. Наверное. Да не, похуй, мы на нитрах подбегаем. Я так потом об этом подумал, что... Дебил. Каланцы съешь. Короче, до симбиона застрею там хак. Так, я лучше сферу сломаю, блять. Так, после смотрителя сразу на террористе мы идем? Нет. Нет. Почему нет? Дефолту гнев. Да, блядь, еще один дебаф. Лови поэтому. Ну. Води его там вокруг. Все схибались. Давайте зеленый вставайте. Бэтл, кстати. Да, он их много стоит. Реслин, ты чё там таунтишь, нахуя? Че, клон, реально же там был? Ну да, он там. Ты курс. Ебанутый. Бывает, ладно. А, блядь. Другой, который не дамажит даже на релтаунте. Ну, я, кажется, понял, что он на каждом трэше умирает. Сидит, блядь, мастаунты жмёт, ебаные. Потом говорил, блядь, что это... А у него не маст нажал. Можно я лицом в пол упаду? Без зеленовеличиков, кому духи нужны? Высотов нету. Можешь мне дать время, найти отдам потом. У меня 60 духов каждого. Вида. Мне хватит. Короче, хаку, если что, зайдешь ко мне на стрим, посмотришь, я хилил максимально, блядь, сконцентрированно. Так, есть зубы, если что, да? Я могу? Есть. Я пошел. Иди суицидиться, блядь, давай, только сильнее. Если его бок пройдет, опа, он отходит. Тычка. Сейчас будет больно. А, где урон? Капля. Нихуя не больно пока. Там останем капли. Ну что? Я стаки снял, заново пойду набирать их. Вторая капля. Хорош. Так, это УЕ кнопочку нажимаю. Нормально. Ладно, сейчас стаки сниму, сейчас стаки так, сниму. Так, зубы дал. Да я стаки снимаю. Не, зубы дал. Прохил. Нам похуй на игру. Я по всему выиграю. Блядь, там танк чуть не упал. Да блять. Танк прежде не тебе. Ты похуй. Блять, из таков на вот. Я слишком быстро автоатакую. Пожалуйста, снимите. Умрете. Так, все, хорош. Давайте еще массакру нажми, давай. Массакру сюда. Мне пизда. Мне пизда, я черту нажал. Блять, какая жалость. Да 20 тысяч тикнул. Какая жалость. Нихуя себе лут. Ури оделся, Ури заодно КДФУ оделся. Тварь агильная. Погоди, стой, осталось только одно. Пиздить кольчужный пояс Тересиана, да. Да выпадет. У кого там спиздить, блять, мы просто тебе его даем, там даже пиздить не угодно. Согласен. Действительно. Ну закинь на это. Крас. Не зря 2 месяца, блядь, без швота ходил. Ману копил.
Ну это как обычно, типа, в первый раз же то же самое было. Ты вроде ходил с нами кучу КД, не дамажил, потом бац, за один заход байерства все купил и начал дамажить. Нет, за два. Там почти за один. А, нет, даже за три. Не, ну ты ходил-то долго, но типа я к тому, что, ну, ты резко начал дамажить. Лично. Все. Ну, у меня резко появилось 4-4 просто. Блядь, я нахуй селицу разбил, у меня духи были. Дебил. Кого вы там осматриваете? Ёбаный в рот, сюда идите. Да, пойдем. Так, это. Дайте интеллект и лапку еще. Че, давай, за час три босса, и можно вообще будет завтра карту допройти и изи. Так, пошли.